Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер. Мы продолжаем с вами играть в Last Task на приватный сервер команды Last Rise. Если вы еще не забыли, ребятоньки мои дорогие, да. Вот. О, пшеничка. Это, конечно, немного бредово ходить по одной пшенице собирать, если печку крафтил, ачивки делал. Да, кстати, поставить. Чё ты печку скрафтил и не поставил-то, ё-моё. Негоже так с печками поступать. Так, засадим. Засадим семена. Ладно, хоть не в семена. Ну ладно, нормально. Мне норм, да, мне норм, ребята. Мне хорошо, у меня сейчас хорошее настроение такое, годное. Так, и чем же мы займемся в этой серии? Я даже без понятия. В принципе, мы сейчас зачарованы. У нас есть жратва. А, кто у нас серия? Лео и Юник. Ну все как обычно. И я думаю, можно отправиться в зад. Да. Но алмазную кирку надо выложить, да? А, я выложил. Отлично. Еще выложить все остальные вещи, которые лишними здесь являются. Чтобы они просто не мешали. Чуть не забыл. Да, чуть-чуть. Так, открывайся, открывайся. Так, все забито, уже все под завязку. Прям нужно еще один сундук уже делать. Да ё-моё, просто капец. А надо потом это все сортировать. Как я не люблю эту сортировку, всю эту хрень. Ой, боже мой, ребята, вы просто не представляете. Да, ну как бы становится более красивше дома. Ну, блин, как я не люблю это, капец. Да я это все привычки из реальной жизни. Я в реальной жизни нифига не убираюсь. Ну, конечно, этим обычно не хвалятся, но... Я как бы рассказываю, так и есть, вот. Это печаль, беда, конечно. Ну что поделать. Такая жизнь. Жизнь моя, жестянка. А ну ее болото. Я вспомнил эту песню, моя. Так. Что я хотел-то? Ладно, мясо я уже добрать не буду, у меня, в принципе, здесь достаточно. А сходим мы с вами в ад. Надеюсь, в этот раз мы боимся не в портале, не в гехе, или кого-нибудь еще. А, из чё? Полетели. Теперь мы появились в портале Евгехи. Да что ж ты будешь делать? Их портал просто проклят, я не знаю. Ну ладно, ребята, в принципе, там такая разница. Мы сейчас просто пойдем в ту... О, они тут что-то строили, видимо. А, ладно, не буду назад смотреть, возможно, там что-то есть. В общем, моя задача, она другая. Моя задача, она сейчас пойти и найти мою крепость. Да, крепость, которую я нашел. Ну, возможно, они ее тоже нашли. И главное, чтобы они это тоже не снимали, или уже отсняли. Потому что если у нас будет... Если я спалил их крепость и что они там делают, это будет очень плохо. Они берутся серию убирать, потому что у нас есть договоренность не палить действия какие-то важные других людей. А это как бы очень важная крепость, я считаю, все дела, это как бы важно. Думаю, вы с ним согласитесь. Так, что-то у меня сегодня FPS под это. Ладно, давайте не будем жрать много еды, а то опять кончится, опять нельзя будет захиляться нормально. Опять начнется какая-нибудь херня. Вот, и... Нам в итоге придется идти обратно очень рано, и, ну, вы понимаете, пусть все будет очень плохо. Так. Тут я шел. Видимо, шел. Тут я, видимо, поднимался. Да-да-да, я еще сказал, ой, нафиг эту лаву, да, вот смотрите, эта лава просто бешеная какая-то. Кто не видел в прошлый раз, смотрите сейчас, просто реально какая-то лава сумасшедшая. Психанутая лава, она очень не течет, блоками стоит. Я такой, конечно, воду частенько бы видал, но все-таки, знаете, как-то с опаской я на нее гляжу, потому что, ну, чувствую я что-то неладное от нее, прям вот что-то как-то от нее тянет чем-то таким плохим. Сейчас возникает вопрос, самый главный, откуда я пришел? Возможно, я шел по низу в прошлый раз. Точно не могу сказать. А, да-да, я вот здесь вот пробегал, я помню тут дыру. Дыру вниз, еще сказал, ё-моё, главное туда не упасть. У меня было потому, что полтора сердца, было опасное, опасный ситуэйшн был. Да. Так и было, ребят, так и было. Ничего не придумываю. Можете посмотреть прошлую серию, если мне не верите. Кто будет смотреть серию с середины или с конца, а не с начала? Это же нелогично, поэтому, скорее всего, ее смотрели. Хотя, кто знает, возможно, новые люди заходят, захотят посмотреть, что там вообще, что за канал, что за человек такой, Демастер, что за хер вообще с горы. Вот. Секундочку. Домофон, ребятки, позвонили, пришлось немного отлучиться, как говорится, но ничего страшного, сейчас уже все я уладил.
Тут я вроде по бочку проходил. Или здесь, я уже не помню. Вот тут я где-то по боку шел. Давайте лучше спустимся здесь. Здесь как-то безопаснее, что ли. Безопасно все выглядит, вот что я скажу. Так, да, вот это место, да, я уже близко я от той крепости, на самом деле, ребят. Уже очень близко. Вот я туннель тут рыл, вроде не дорыл, и потом пошел по боку, да? Нет, я его дорыл. Да, я его дорыл до конца. Отлично. Сейчас нужно будет похавать, чтобы с регенерацией, потому что там лава будет, все дела. Такие вот пироги там будут. Крепость уже вот там вот, грубо говоря, да, вот там вот уже крепость, ребята, в которую мы пойдем, чтобы найти бородавки. Бородавки — это очень важная вещь. Давайте, так, Опа, гаст! У меня завис Майнкрафт. Ой, отвис, ой, завис. Ой, что происходит вообще? Надо к нему поближе подлететь. Потому что у меня очень мало стрел. У меня будет только одна попытка его убить. Отлично. Не, вообще у меня было 5 попыток его убить. Но, как-то, знаете, так как-то... Спокойнее, сбогойнее ждоли. А прошлый раз Тайнверх вроде здесь не поднимался, я по низу проходил, нет? Дограйв, да, отгенерился. А, я понял, там не подняться. Нужно будет так вот подниматься, в любом случае вот на ту гору, да? Ну вон тогда копаем Незер. Незерак, как он? Да, Незерак. Сделаем столб вверх, залезем. Хотя можно сделать не столб вверх, а лесенку. Так будет проще, но можно будет спуститься таким же образом. Вот. Но вообще будет проще, когда я сделаю себе на шелковое касание какую-нибудь кирку или лопату. Пойду в зимний биом, накопаю себе дофига льда и начну делать обсидиановые дороги. Что лавовые озера меня реально пугают. Без лавовых озер здесь намного круче, ребят, честно говоря. Я такое уже делал. Не знаю, на 1.7.2 такое проканает, но если, не знаю, проканает, не проканает, имею в виду, но если проканает, то все, ад мой. Это, конечно, какой-то баг считается, наверное, ну, скажешь, да мастер не читерит там или не багуй, но это, как бы, я считаю, не читерит, не баг, это фишка Майнкрафта. А тем более, если ее пофиксили, то нечего волноваться. Вообще, на самом деле, надо было взять с собой булыжник, вроде булыжники взрывают гасты. А может, взрывают, я уж не помню. Вроде поэтому они там и строят туннели из булыги, потому что они не взрываются, а вот Назарак как раз взрывается. Ну, имеется в виду, не взрывается взрывами гастов. Да. Тут, кстати, очень опасная ситуация. Если сейчас начну копать, то, возможно, гравий на меня обвалится вот так вот. Прикольно, так видели, да? Идите в другую сторону. Нет, в другую сторону хочу, давайте. Дождичек, вы видели? Там что, там, видимо, какой-то деревня, гравий-то просто так. А что, почему, кстати, гравий? Гравий же вроде не спавнился в аду, нет? Испавнился. Что я просто запамятовал. А почему, кстати, здесь гравий в аду? Меня это немного интересует. Да. Это немного странно, мне кажется. Он, причем, не, знаете, что здесь странно? То, что не странно, не даже не то, что гравий, а то, что он как дорога выложен. Знаете, по боку. И прямо вот крепость именно. Вот это вот как-то... Вот именно это и является странным здесь, наверное. Главное найти эфритов. Надо найти спавнер эфритов. У меня факелов с собой нет, чтобы его осветить. А вроде осветка ему и не поможет. В общем, закрыть их там. Да, почему я сказал осветить спавнер эфритов? Это же вроде на них не работает. Я вообще не знаю, к эфритам мало ходил, потому что я мало ходил в ад, поэтому... В принципе, я отмазался так. В принципе, я отмазался такой демастер хитрый. Ой, слушай, ой-ой-ой, ифритики мои, я вас уже нашел. Значит, что надо сделать? Нужно сделать вот так вот. Все, теперь ифриты мне не помешают. Вот там вот у нас находятся ифриты. Очень опасно, на самом деле. О, еще ифриты, ё-моё. Уже закрыть им все выходы из башни.
Потому что ифрит довольно-таки опасны для нас сейчас противники, у нас даже алмазки нет. Так сказать, довольно-таки опасны. Вообще, на самом деле, они не очень опасны, но... Потому что мы можем... Потому что мы умнее их. В этом наша сила. Главное, вот что эта штука заполнилась сверху, и им сейчас не вылезти. Я их забил. Ну, кстати, очень здорово, что я здесь нашел крепость. А это обозначит, что я здесь был. Нужно вот так вот булку здесь поставить, чтобы люди... О, да мастер тут был там. И чему-нибудь еще. Так, теперь нужно искать наши с вами бородавочки. Так, что это у нас за комната такая? Я в этих башнях, на самом деле, ребят, много не было. Так давайте скорее все-таки сделаем. И нафиг, забьем щель. Забьем щель. О, тут сундуки есть. О! То в крепостях можно еще хорошо налутаться. Ребята, вы, конечно, не смейтесь на то, что я такой нубас, реально, вот я отвечаю, вот. Как бы я ничего не буду скрывать, я честно скажу, то, что я в аду был очень мало. Особенно с обновлением с крепости. Вот да я просто в аду набегался, я реально набегался в нем, напрыгался на не знаю, накидался, на... Ну, в общем, вы меня поняли, да? Ого. Сейчас бы упал. Туннель куда-то делся. Оу, ес! Бородавки. А, такие не выпадают? А, нет, выпадают, все правильно. Отлично, ребята, отлично. Просто замечательно. Собираем и соберет все бородавочки. Отка. Класс, 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 класс. Мы нашли их. Мы нашли с вами, ребят, бородавки. И это просто здорово. Так, тут что? Вдруг там еще есть? Там ифрит. Он вылетит, что ли, спон? Ладно, неважно. Неважно. Сейчас за бородавкой вперёд вернёмся, уже сюда сгонять хочу, ещё из туннеля такие посмотреть. Ты, видимо, вход какой-то в этот... в крепость. Ладно, золотые нагрудники. Не знаю, почему вам предоставили именно золотые нагрудники, но ладно. Давайте песок души, в принципе, потом еще успеем накопать. Главное сейчас забрать бородавок много. Набить пару эфритных стержней, чтобы сделать себе алхимический стол. Ой, чуть не забыл, что здесь дырка, и просто бежал, потом понял, что уже надо прыгать, ё-моё. Это был какой-то прыжок, не знаю, веры. О, у меня реально только что подмышки резко... Как под душем, знаете, это надо тяжело... Это тяжело объяснить, ребята, хотя почему тяжело? У всех, наверное, такие моменты были в жизни. Это было реально жестоко, я сделал такую глупость, из-за которой только что просто мог сдохнуть, реально отвечаю. Это была жопа. Блин, такая-то странная адская крепость, она реально какая-то адская. Потому что я в ней делал какие-то такие вещи, которые бы никогда в жизни не стал делать. Не, все, возвращаемся, ребят, здесь в этот тупик. Где-то еще рядом гаст ходит, и меня эти звуки раздражают, на самом деле, ребят, надеюсь, кого бесит такие вот звуки от гаста, кстати, палец вверх, а? Ой, мои бородавоньки, тут аж по несколько штук будет выпадывать. Мои бородавоньки, я так говорю, как вы знаете, вот если бы я смотрел бы сейчас свой летсплей, пока бы я был каким-нибудь левым человеком, смотрел бы свой летсплей, да, и просто включил бы это минуту, я представил, знаете, такой парень сидит такой, по своему лицу такой вот, ой, мои бородавоньки, это было бы реально эпично, ребята, мне кажется. Я вот даже сразу такой, нафиг такого смотреть с бородавками, откуда стреляет? Где он? А, вон он летает. Ладно, хер на него забью пока. Пробегусь по этому туннелю, возможно... О, сундучевский еще один. Если что-то тут светло слишком, но мне кажется... А, там горит, потому что все. Diamond Horse Armor! Oh yeah, baby! Отлично! Отлично, и столько сёдел... Чувак, я его не ударил? Слава Господи, прости, прости, прости меня, дружище, мы же с тобой друзья, мы что, почти братья, только ты свинозомби, правда, но это не важно. Со свинозомбями лучше не драться, они как бы хорошие ребята на самом деле. Они спасают людей. Они сами не хотели становиться свинозомбями, это единственные люди, это единственные зомби, которые
здесь разумны в этой игре. Да. Это хорошо, что я гвардавки забрал здесь. Думаю, ребята поймут, что я вот и... здесь уже кто-то был. Но раз здесь бородавки не облутаны, ребята, я вот так вот считаю, да? Давай. Если здесь бородавки не облутаны, ребята, я вот так вот считаю, значит, здесь никого не было. Чё, не попал? Да ё-моё. Так, перешел на следующий уровень. А, не, я все же был, да? Так, вот туда вот я вроде не бегал, а бежал в другую сторону. Я тут как раз таки сейчас и бегал, да, получается? Да. Все понятно, ребята. Давайте-то спустимся пониже, может, мы по крепости-то ходим, ходим. А, внизу-то еще вроде не... Нет, мы уже везде побывали, короче, надо похавать. Нужно уже начинать хавать и думать о возвращении назад, потому что, в принципе, мы неплохо залутались. А нет, о возвращении назад рано еще думать, ребята, я вот вас обманул очень жестко. А, нужно, короче, сейчас еще долутать эту крепость адскую. Вот, и еще убить ифритов. Почему ифриты горят? А, ну потому что... Почему ифриты горят? Что за самый дурацкий вопрос в Майнкрафте? Почему ифриты горят? Ё-моё. Чё, у меня попал? Да ё-моё! Видовый стержень голову пойдет такими темпами, ребята. Ну что ж, ребят, давайте, знаете, сделаем как продолжение того, что убил ли я эфритов или сдох, узнаете вы завтра. С вами был Демастер. О, да сегодня попозже чуть-чуть. Сегодня я выпущу ее позже. Да, как вчера сделаю. С вами был Демастер, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно комментируйте под видео. Всем пока.